Двое из моих 15 детей, моих 9 сыновей, 6 дочерей, мой 10-й ребенок, мой 6-й сын Алексеев Егор Владимирович, и мой 7-й ребенок, моя 3-я дочерь Алексеева Звезда Владимировна, сыграют всем вам Кумпроситу на приобретенные сегодня мелодики. Надо же осваивать инструмент, правильно? Видите, 15 минут, не, уже 17 минут назад я вам сказал сыграть, да, 2 минуты тут примерно съемка, и мы успели до 11 часов, видите, то уже спать ложится, я сказал, сыграем, без дублей, все, сразу Алексею все могут, мелодика замечательный инструмент, а вы можете играть на любом инструменте все, что захотите, теперь вы в этом тем более уверены. Алексеев играет на всех инструментах легко, да? Да. Но стараться надо. Угу. Правильно? Да. Это первая мелодика. Младшие дети уже играли там, которые младше вас. Они что-то тоже играли там. Так что давайте все, что интересное, сыграем. То в интернете там все на мелодике какие-то взрослые играют, артисты. Русы Алексеевы лучше всех. Да. Нас ждет Алексеевых успех. Нашему роду. Нет перевода. Вот, всем советую плодиться, больше детей. Покупайте мелодики, они будут вам играть. Ваши дети будут еще лучше, чем мои, потому что они похожи на вас. Это я обращаюсь ко всем смотрящим.